Сегодня в Ульяновске отметили юбилей комсомольской организации. Столетие комсомола – дата, значимая для Ульяновской области. Большинство предприятий, построенные в советский период, созданы руками комсомольцев. Работали, за что-то работали, да, вот сейчас разберемся за что. Не за деньги, это 100%. За то, что были воспитаны таким образом. О том, что раньше думай о родине, а потом о себе. И вот если родина просила и требовала иногда о том, что помочь сделать что-то, да, это делалось и делалось, поверьте мне, от души. Работали тогда, работают и сейчас. Комсомольцы 50-х годов – активные члены современного общества. Накопленный опыт помогает быть нужными и востребованными по сей день. Сейчас была участницей создания ветеранской организации комсомола и перешла в железнодорожную. Когда уже разделились на районы, я перешла, потому что я там работала, мне это ближе. Вот, выполняю те обязательства, которые возложены. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» поется в советской песне. Люди, которые собрались сегодня в мемцентре, прямое подтверждение этим строкам. Вы знаете, конечно, с благодарностью, наверное, каждый из молодых может вспоминать свою юность, тем более мы, комсомольскую юность, что мы и делаем. Вы видите, атмосфера в зале вполне соответствует тому, что, несмотря на возраст, который уже сегодня, мы дорожим тем, чем, что мы имели в нашу комсомольскую юность. Ульяновцев приехал поздравить Владислав Третьяк. Тоже в прошлом комсомолец и депутат Государственной Думы Российской Федерации в настоящем. Для меня большая честь сегодня от имени депутатского корпуса поздравить с великим праздником 100 лет комсомола. И пользуясь случаем, я хотел бы от имени сборной команды Советского Союза, которую я защищал 15 лет на 4 Олимпиадах, хотел бы сказать слова благодарности именно вам. Прозвучало также послание от губернатора региона, в прошлом тоже комсомольца. Спасибо всем вам, ульяновским комсомольцам, за огромный вклад в развитие нашего региона и всей нашей замечательной страны. За все то полезное и доброе, что вы сделали для нашей великой и малой Родины. После официальной части и награждения бывших комсомольцев за сегодняшние заслуги собравшихся порадовали праздничным концертом, состоящим из песен комсомольской юности. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.